С 1 февраля на территории города Новотроицка индивидуальный предприниматель организовал специализированную стоянку по эвакуации транспортных средств, на которую возлагается обязанность по хранению и эвакуации транспортных средств с места его задержания. Эти документы поступили от индивидуального предпринимателя, его деятельность внесена в реестр, то есть в законном порядке он организует эту работу, имеет разрешение на это.